Ты за мной идешь, не ходи. Не ходи за мной. У меня нету кушать ничего. Зачем ты со мной идешь? Не боишься? Не трогают тебя грибники. Не трогают. Ну что ты, маленький? У меня нет ничего. Ни хлебушка с собой. Да и грибов уже в лесу мало. Я думаю, что ты грибами не питаешься. Ну, скажи что-нибудь. Пойду я. Пока. Не надо за мной ходить. Я ухожу. Не надо ходить за мной. Не ходи. Не ходи за мной. Ну, что ты за мной пошла? Зачем ты? Домой пошли. Пойдем ко мне тогда, вон, в машину. Пошли в машину, там тепло. Пойдем. Пошли с нами. Ну, иди купаться. Что ты не боишься нисколько? Как так может быть? Как такое может быть? Не боишься ни грамма. В лесу. Должно быть дикое. Ну иди поплавай. Не холодная, наверное, вода еще. Точка плывет. Одна сидит вот на дожде. Ну пасмурно видно, конечно, плохо. Снимаю на телефон, не на камеру. Ну что ты, моя сладенькая, укрыться-то негде. Не улетела ты на зимовку никуда. Середина октября. Дождь пошел. Грибочки попадаются одиночные, но погода так не очень располагает для сбора грибов. Ну ты, радость так идет вдоль меня. Я иду вдоль берега. И она плывет, меня сопровождает. Никогда ничего похожего в жизни не было. Вот это масленок, мне кажется, думаю, белый. Размеры моя рука. Вот и масленок. Ничего себе. Ничего себе, масленок, таких размеров не видела никогда. Вот он.